Нахуй мне столько, может мне еще добраться только? Подожди, зачем тебе три шипа лучше, скажи? Один из них. Все мейны. А кто этот вот One Day, я типа, первый раз вижу? Новый человек шипы. Ну видишь, новых берешь, а меня нет, осуждаю. Ну я тебе мейна беру. Ну, мейн не дойдет, это мой твин. Так, где там Карас, блядь, хотел прийти с него рейд? Блад. Давай звони ему. Пока я еще не придумал брать его. Так, что у меня с миликами? У меня очень мало миликов. А дети, блядь, роги. Он хотел пойти сегодня с рог. Таргор что не плюсует? Что он, блядь, когда я посадил? Набитился за прошлый раз. Что с тобой? Компот ты? Да. Сейчас засумоню всех. Ну, блядь. Обиделся, добился, ну чё. Так подождите, я на замене или в рейде? Пока в рейде. Пока что. Да я сейчас всех передамажу, типа, как меня можно учить? Я уже на прошлом РТ доказал, что я передамажу половину тут всех. Так. Какой половину? Там были боссы, когда я первый, ты второй. О, еще один лог пришел. Нет, стенка, что есть на замену. Ты, блядь, не активный. Да нет, ну, просто мейн пускай идет, может. Нет, нихуя он не пойдет сегодня. Пусть на замене сидит. Он, блядь, пришел, блядь, поиграл, блядь, полмесяца и офнулся на месяц. Нахуй мне такие игроки нужны. Пусть на замене сидит. Будет затычка чисто обычно. Так, раз, все, готов. Шкафчик тыкните, пожалуйста. Человек пришел, блядь, полутал Т4, нахуй, и хуй забил, блядь, не приходит, когда другие люди еще не утонут, блядь. В поражании. Таких сразу, блядь, проклинаю и не беру рейды никуда. Пусть ливает, блядь, мне похуй. Компот, сегодня у тебя ответственное задание будет. Танчишь босса и нажимаешь куб одновременно. Я тебе покажу, как это делается. Ой, ну куда ты их ведешь? Он 4К бьет. Я в нем стою. Это локовский, это мы кастуем. Вайпаются и застрел. А тут у нас лежит трапа и санта. И... Так, что у нас по закачиванию? Раз, вот ты дыхай нормально, ты бы уже будет. Все, идите прятать сразу дальше. А сум будет? Да, опять зачистим сейчас будет сум. А кто этот разбирается в таймингах? Через сколько первые кубы у Магдика кастуются? Ну, по времени. Минута. Минута, да. Минута куб. Ну, сразу после активации босса минута. Минута и 10 секунд, если что. Ровно минута и 10 секунд. Угу. Это полезно. Что, будем как вчера бить тогда. Танк на кубы. Который будет МТ-шить, и куб нажимается, и 4 хила. А у нас все хилы нажимают, так что не переживай. Ну смотри, как мы делали. Я МТ-шил вчера и нажимал кубик, который ближний для меня. Плюс у нас 4 хила было, а 5 хил уходил и фотол и всех на кубах. То есть мы вообще, то есть ничего не теряем, никакого депресса. Все задействованы, все прохиливается. Я не знаю.
Так, давай ПМК поделимся. Суза мне. Я фейка. Фейка Сузи. Так, где у нас кубок делался сегодня? Можем посмотреть, я красиво делаю кубком. Танчить у нас сегодня день жвать кубик будет одновременно. Так, все зачислили, вроде бы, да? Так, поехали по меточкам. Так, первая фаза. Именно по сбиванию костов у мобов в не кубов, а у мобов. Метка челли сбивает компот. Крестик сбивает моба Фикси. Дуа тут. Я понял. Дуа. Сбиваешь не кубы, а квадратик. Квадратик сбиваешь косты. Мобу. Куда начнется? Луне сбивает у нас. Блять, кого посадить? Баров нету. Марзик. Ну и Тусам сбивает. Давай какой-нибудь телем. Так, другий раз ты у нас возьми ПВП-шер. Давай ты будешь ПВП-шер. Выпивайся косты. По сбиваниям кубам запоминаем. Спеллбаун, Черепи, Спеллин, Крест, Кару, Луна, Главхил, Трусы. Караст и прохиливаешь кубики. Перед командой побежали кубов. Кубам, все подходим к своим кубикам, ждем команду нажать кубы. Кара стоишь в центре комнаты и захиливаешь хилов. Обязательно тут просто заход. Исполин перед нажатием кубом и на себя щиток и ходку. Кару то же самое сделаешь. Так. Еще раз. Череп, спеллбаунд, крест, спалин, кару, луна, трусы, главхил. Танк, компот, идешь сюда. Забираешь босса. Бегом. Ставишь его сначала сюда, так аккуратненько его поворачиваешь спиной вот к этому квадратику, кубику. Вот. По команде нажать кубики, подходишь и тыкаешь кубик. Ну, то есть ты должен рядом возле него танчить. Возле тебя никто не будет стоять. Ты единственный нажмешь кубик по команде и держишь до конца, не отпускаешь. Все, не справишься с задачей, заебись будет. Не справишься, ГП накинул. Так. Тут на танке ничего сложного нету. Все, по бафам поехали, фласочки пропили. Причина пула. Маслицам намажьтесь там. Кому чего не хватает, пишите мне. По СС-ам что-нибудь будет? Да не, не надо зачем с СС. По бомжей. Дуа даже первых бомжей по команде. Фикси, второй компот, третий. Раз по кубе. На черепе. Я всех хилов ставлю, один хил у вас будет похиливать, все дамажики будут дамажить. А кто еще помимо хилов на кубах? Спеллбаунд, Исполин, Кару, Главхил, ты на редисе, ты прохиливаешь... Это я понял, я имею в виду на пятом кубе. Танк. Угу. Будет им тошить босса. Все, все готовы, еще раз начну. Все готовы.
Spellbound, не в курсе, на каком он кубе. Блять. Он говорит, ты... он только зашел. Я ему сказал, спал ты тут? Да, все, в курсе, все. Принимайте быстрее, хоть там у вас. Протест, алло. Все, пуляйте танки. Косты я назначил, кто кому сбивает. Уж смотрите внимательно. Вас на пулу дали в танка? Каст, каст, сбивайте, алло, блядь. Геру, сорян, стоп, Геру. Бомжей, такая. Была первая, бомжей, да? С меня тусы снимите, я думаю, блядь. Фикси бомжей. Компот бомжей. Кассер, им рекомендую вам стать подальше чуть-чуть. Yes. Реакция пиздата. Заливайте быстрее трэш. Заливайте трэш быстрее. ДК, там у тебя трэш на себя. Быстрее долили. Бля, сейчас полрида от меня ебанет, пизда. Дрыща резаю. Давай. Давайте быстрее. Еще один остался. Да там прожми, блядь, сука. Да сколько можно его жать-то? Давайте, дом-то резните кто-нибудь быстрее. Я резну. Да. Сейчас пока мазбафы не даем, ждем. Мазбафы дали. Быстро. Фул ребаф по рейду. ДК делали босса сейчас. Возле квадратика никто не тусуется. Сейчас туда будет босс ставить. Вот там возле тусуется уже. Какой-то лок. Что делай? Все, разворачивай, стой возле квадратика. Каску по ханту дайте. Каску по ханту дали быстро. Кубам хилы стали, ждем команды нажать кубы. Геру дайте. Шмана. Прожали кубы, держим. Хильте. Отпустили кубы, блядь. Сука. Карас нахуй, ВП, блядь. Хилю. В смысле? Карас, это не карас, аж мы тебе про это говорили. В смысле? Танка сложила, блядь. Я тебе про это и говорю, у него все, у него нету КДшки. Ни одной не нажато. Не гоните меня, пожалуйста, отчет о смерти ДК. Падайте. Ну хилы все ж были на кубах. Саша, посмотри, не я все тебе вот сейчас. Я тебе скинул сейчас details. Прожимки за весь рейд. Ну вот, за, пока мы били босса. У нас прожался шипешка только. Тучку нажал. А че я не могу зайти, чтобы. А, там что-то происходит. Кто там квадратики хили. Ой, не квадратики, а в луне там стоит рядышком. Карл, можешь заход из танка? Перед тем, прежде чем как-то начинать. Карл тоже хиль, блядь, тоже нормально.
И вообще, почему, блядь, танк упал? Ну, по нему вообще не урона должно быть. Босс стоит, блядь, в коммутозе, когда 5 кубов активировано. 5 кубов активируется, босс стоит, нихуя не делает. Там маленькие плюшки идут. Ты по-прежнему игнорируешь, да, что танк у нас незыблемость не нажал? Блядь, да при чем тут незыблемость? Как я тебе, вот, допустим, вчера... Я вчера варом, блядь, танчил. И чё, блядь? Я ни прыжимки ни одной не давал на том самом... На босс. Хорошо, а я он живой, умер. Ты, ну, ты умер. Живой, а он умер. У нас в этом проблема. Умер, он сейчас не по своему косяке, по сути. Он умер из-за того, чтобы... Он, блядь, танк и сдох, не отдав ни одной прожимки. Как он не по своему косяку? Как он тебе даст прожимку, если он куб дергает? Скажи мне, пожалуйста. Вот как он даст? А, ну, по-моему, поэтому и умер. Потому что ты не держал кубы, и во время каста его пробивает. Вот именно. Нет, ну, вчера мы очень хорошее время показатель дали. То есть все танки и 4 хила активированы по кубам, пятый хил хилит. Захотает и все, и идет дальше там. Просто кто-то, блядь, не нажал нормально, либо нажал, отпустил сразу, не увидел. Лучше быстрее убить сейчас. Давайте еще раз. Бомжи откатились ваши? Нет, там же 10 минут. Нет. А что на пол? 5 минут. Кто каски бафует? Какого хера нету на протесте каски? Ну так дайте ему кулак, блядь, и каску, в чем проблема? Нахуй ему P5 вообще, блядь, на коте, скажите мне. Владимир. Кто бафает MP5, дайте ему 10-минутный кулак. Сейчас аккуратненько, мобов там не сильно не подагривайте, потому что сейчас они просто шотать будут. Так, давайте что-то. Так, милики, которых я назначил, пожалуйста, сбивайте косты по целям, которых я вас назначил. Так, все, все готовы. ДК запускай. На пол давайте делайте на пол на ДК. Кассу, немножко отойдите, кто сильно уешит. А лучше не уешьте сейчас, бейте пока точно по черепу, потом будете немножко уешить. Минусова. Трапы раскинули там, держите мобов. Не, без бомжей хуйня получается. Быстренько сливаемся. Максимум нас на пол дали еще раз обновили ханты. Рога дай на пол тоже. Все, можете уешить. Компот прожмись. Уже нечего прожимать. Все, можешь не кайся сейчас забьются так. Ну, нормально, всего два человека умерло. Давайте висите. Все равно головной чип без этого самого. Подожди, этот танк будет держать моб возле куба у этого, возле квадрата? Возле квадрата. Да, 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 возле квадрата. Все, все. Как вчера было, нету. Так, Суза, я тебе МК даю или я? Дайте МК по Сузе. Все, поехали. На пул сдали, ставь, как я тебе говорил.
Он же убьет. Все, тихо, убили философ. По кубам каст эти самые хилы. Кару, дай БР по нарзику. Мильки, станьте аккуратненько, видите там, где, блядь, ужас стоит. По нарзику фури баф дали. Компот готовься, сейчас будет самое кубы. Геру? Геру дали шмана. Ждем команды на ЖСКБ. Да, прожали КБ. Так, держим. Отпустили. Все, супер. Так, стали по кубам хилы, сейчас откидывание будет. После откидывания смотри ДК, сейчас откидывать будет, сразу в куб побежишь, ждешь команду, нажать кубик. Ждем откидывание. Кубам все подошли, ждем команды. Прожали кубы, держим. Сука, кто раньше ран отпускает, блядь. Не отпускайте никогда, пожалуйста. В том случае, когда у вас мало хп, у вас всех было хп хорошего. Я держал до конца. Пока само не прекратилось. Бан встали, ждем команды. Пожали КБ. Подошли к кубам, ждем команды. 30 секунд. Потолок сейчас рушится аккуратненько. В потолке не стоим. Карась, осторожно. Да я даже не вижу, где он. Баров нету. Вот дефьюр, иди поднимай карася. Готовься прожимать кубы. Он нигде не стоял, он в центре. На центре, в центре. Потолок рушится, смотрите аккуратно. Готовимся. Инер сам себе завлеет там. Ждем, 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 ждем. Багнут КДБ, ждем КДБ, скажу куда. Прожали КДБ. А у меня не прожимается. Что значит не прожимается, блядь? Не прожимается просто, я жму на него, а он нифига. У квадрата. Значит, КД у тебя было повесил. Нажал раньше, возможно. Еще, блядь, еще раз. Нет. Ничего там, ничего эта хуйня не работает. Просто, блядь, рано же тыкнул кубики, все, вот, поймал КДЛ. Не, ну там, Саш, там бывает багается, нужно с платформы просто сходить.
Что там не бахается, блядь? Я вчера стоял в точку Б, блядь. И нормально все было. Мне хуй на ёбать, что не бахается. У вас, блядь, ты просто крутой. Либо прожали вы раньше времени, либо тыкнули просто. Не так, как надо. Либо два раза подряд тыкнули, либо тыкнули, блядь, и отодвинулись. Тоже такой вариант есть. По бомжам такой же самой последовательности делаем. По бомжам, то есть. Смотрите, пожалуйста, меня. Еще раз прибежишь с кубом на замену посажу. Я не собираюсь узвайпаться 3 часа здесь. Ставлю рыбку, кушается. Блять, вонючие локи, когда я вас догоню нахуй? Донт, ты чаще с ДПСом? Я пустые отдал с конюкой. Ну тут тяжело на самом деле на сапы бить. Блин, у него раньше не очень. Чтобы ДБМ показывал, через сколько закончится отбрасывание. Потому что я, блядь, жму этот каст, он постоянно его сбивает, и я не знаю, когда он перестанет отбрасывать. 5-6 отбрасываний, считай, 6, по-моему. Пуляйся, пул. На пулу маску дали. Так, два, давай, бомжи. Фикси, бомжи. Компот, бомжи. Луну забрать. Ух, ебать, блядь, сгорел мы себя. Все, бомжи закончили, что ли? Чего они так быстро сдохли? А все, надо собрать, уже нет этих типов больших. Все, заливайте быстрее больших этих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас мог меня пизданет. Пока. Добивайте быстрее. Спасите, пожалуйста, блядь. Ну вот там, жмай далее много быстрее. Блять, очень долго заливается трэш. Все, быстренько ресить 18 секунд. Так, у нас ребаф по ханту, по шаману, потом еще у нас сдох. Ой, на пулу сдали. Кубан, хилы. Пытаемся нажимать. Дали Геру. Карасом себя. Вижу. Готовимся. Ржали куб. Держите до конца. Обязательно. Дон, блядь. Кару, подними Донта, как отходишься.
Почисти себя сам ГП. Вставай. Хилы по кубам. Готовимся. Дрищ, давай раскол. Да, дрищ, логу раскол дали. Сейчас откидывание будет смотреть огнивается. Раз, не бегай по низу. Серьезно. Я ж, блядь, не в ней стоял. Тихо. Подошли к кубам сразу после откидывания. Ждем команды. Прожали куда. Еще два раза надо куда нажать. Подошли к кубам, ждем команды. Прожали кубы. Луна, блядь, сука, не спи нахуй. Значит, раньше времени, блядь, пихнул, прожал своими ветками, блядь. Снимайте мне бус. Нажимай, блядь, кубы. Просто так. Откуда тебе туда КД повесило? Скажи мне, пожалуйста. Кубы тыкаются через минуту после появления каста. КД 30 секунд. Готовимся. Сейчас будет потолок. Смотрим внимательно. Теперь поднимите по хп. Все, один раз останется кубики нам прожать и все. Только не затупите сейчас, пожалуйста. По кубам хилы стали, ждем команды. Ждем. Никто не пожал, надеюсь? Нет. Всё. Я вообще откинул. Все, подходи, подожди. Тут. Таня. Прожали. Прожали. Держим. Все, больше не надо будет. Нужно с кубы выбивать просто. Будет. Будет на месте есть пусть. Блять, вот на этом трай хуёвый ДПС дал, так не только хорошо держал ДПС. Я на этом трае забыл два проклятия рока повесить, охуенно. У меня что-то, блядь, критами в поле пошло. Все, идем даже сразу на гула, бегом, бегом, бегом. Не, стоим, мне фэк. Быстренько гула. Так, это у нас на ГБ идет. Сумку порола, да. Голова, кольцо 245-е по приору. А сколько там, какой линканите, пожалуйста, на кастера есть что-то? Крит хас. Плюс хапал может. И соки там вроде. За ГП, конечно. Плюс красная дырка.
Фейка 10-9. Ваш к мильке, человеки. Всего тебе хорошего. Помни уроки прошлого. Так, кинешь мне обмен в рейде на груле. Так. Жезл кастера. Дизок от 26-2. Оборвался, чувак. Так я. Жрец в Андроид. Чё, блядь? ГЦС, блин. Спасибо. Я заберу, потом заберешь мне вместе. Тут не голова, какой-то второй бой. А ты вчера был на пристевкаре? Нет. Я вчера ДКшкой был. А что, не пойдешь? Там сегодня, да. Может, повезет, голова пойдет себе сегодня. Ну. Так, те, кто сегодня в коржан пойдет, мы идем чисто по токенам. Боссов и стены скипаем. Вот так вот будем постоянно убивать сейчас по такой тактике. Хилы и танки задействованы, чтобы не терять ДПС и быстрее убивать босса. Очень много профитно. А ты, верно, спрашивал, зачем так много локов? А кто боссов будет убивать, видишь? Блять, выйдет и 10 нахуй, я посмотрю, как вы заговорите. Когда маги будут, давайте фурики въебать. Ну все, будем ждать тогда по 10. Угу. А это на новом серваке уже будет, да? Что? Т-10. Нет, здесь. Ебалый в рот, эти новые серваки, я больше никогда в жизни не буду. Да не-не-не, выйдет X4.5. Отлично. Давайте меня сейчас завалим. Заебись. У меня вообще были мысли вернуться на X2, но что-то я подумал, ай, не хочу я по-новому все там апать, там, ну, боги выступать, там, догонять всех. Да, ну, ай, блядь. Буду тут играть. Да, Альфи? Да. Пошли в белую стаю. Нас возьмут туда. Пошли. Там Редру ищет вроде. Да. Никуда она не пойдет. Конечно, не пойдет, но кто ее пустит. Яшма упала. Ну, вчера сердолик был. Два сердолика один раз, когда упало, было хорошо. Так, флеш тебе плачет. Ага. Так, Лади Фьюри в танк. Танчишь короля. Го-го-го-го-го, приехали, не спим. Все, давайте танки избирайте. О, агро, блядь.
кашка, блядь. Это агро должно быть уникально большое. Что с агро? Он сбрасывает агро. Он сбрасывает, когда чаш делает. Чажа не было. Рога, сядь на другого моба, который вдали стоит, и позвигай ему костры. Каст. Блять, вот на арене у вас все успевает откадешиваться, что вы, блядь, по 10 киков даете. А тут вот вообще, блядь, на ПВЕ вы нихуя не кикаете, блядь. Так, поехали. В дефюре на короле. Фикси, череп, крест. Так, слепоглазый у нас забирает компот двоих. Трусы ром. Быстренько рыбафнулись и поехали. Че на пол? Рыбку. Сейчас рыбку моя дам тебе. Кушайте рыбу. Кстати, Кимсик не ливнул, нет? Так, кто у нас? Кару, чё ты фкашишь? Чё на пол? Да, интеллект. Так, смотри, демоны контролятся же вот этим вот. Порабощение демона, правильно? Нет. Контролится порабощением. Изгнание — это просто контроль дает. Ну, правильно. Порабощение демона. Ну, просто написано, что он действует на 76 уровень только. Ну, блядь. Там же этот самый Сильваныч, он контроль уже. Идите пуляйте, короче, Карл, пока что без него пойдем. Бьем сначала череп, потом крест там, поэтому я попищу щитки, если что. Воу. Сколько было. Ай, бля, забирай в дефюре всех. Карл, поднимай быстрее этого, фикси. Я пока мага потанчу попробую, блядь, тактика софт. А фикси забирай быстрее мугов. А дайте мне мага сейчас, я попробую его. Пропиздить сейчас. Прохилите в дефюре как. Череп играет. Сейчас проверим. Все, прохилите матусом обстопом. Я тоже, я потанчу магию. А Геру, не Геру там? Не надо Геру, на другую сторону. Ну там вообще не пробивает меня. Нормально. Только тактики будем теперь делать. Теперь да, магия. Слушай, контролится хорошо. Ну а как дамажит? Не знаю. Я забросил контроль, меня откинуло, вместе с ним полетал еще. Дотачивался, блядь, сука, вообще не обновил. Забирай крест быстрее. Щиток, спиздите магию с креста. Что бьете? Ну, слушай, БКшная тактика действует. По мне только пол хп прилетало в лицо. Плюс, если еще нажму магический доспех, еще буду свой фаер-щит нажимать, нормально можно будет потанчить. Через 5% урезает урон, вот сейчас, который висит на нем. Вот его маги пиздят и его танчат. Ну, это по официальной тактике так делали. Маги танчили этого кроша. Ну, я сейчас просто щит не успел спиздить, я близко очень стоял, и... Я думаю... А эта хуйня, кстати, это не диспозиция, если что. Ну, видишь, говорите, что панхолика не ебашит, видите, как ебашит по фикси.
сразу в лицо, там процентов 40 оставляет. Я не анхолик, если что. А, ты в Бладе? Угу. В Бладе как раз он бы мне не сносил. Ой, в АДК, потому что там щиток есть. Ну тогда. Так я не понимаю, у него магии кританула на 40 тысяч. Это что такое? Ну так краш. Не знаю, я вчера зачарил себе плащ на фаер, запы на фаер и голову на фаер. Мне не так сильно прилетало. А кап магической защиты есть? Нет. Ну я там, чтобы типа не критовала магия. Или это просто как-то... Крит это я хуй его знает. Это какие-то обычные способности, надо на деф работать. То есть деф... обычный деф спасает магического крита? Да. Ну, 560 защиты не понимаю. Ну, 44, мне кажется, он пизданул тебя... Кто тебя пизданул так? Мэтт, огненный. Не, в тебя молния прилетела. А, ну, так это самый это обычный спил. Ну, так и бош бывает. Ну, там это, я думаю, это не крит, наверное. Если бы критнул, то 1060, наверное. Ну, обычная плюшка у него 30-40 тысяч. У тебя просто физика снесло и добило эту хуйня, кстати. Он тоже очень физика больновато бьет. Насчет физикой, типа нет. Ну, смотри, тебе 39 прилетело, молния еще и физикой добила. Конечно, тебе столько плюх в одну секунду прилетело, считай. Ну, за весь урон тебе в секунду прилетел. Мало хп, получается, собрал. Ну, мало хп. Да, согласен. Ну, у тебя 7000, 30, 40, это 47, плюс еще 14 молний, это сколько? 54. Слушай, у тебя в секунду, блядь, 70к влетело. Да, нужно, короче, этот, собирать где-то 90к хп, и чтобы раз в 6 секунд был щиточек на 50к поглощения. Понятно, короче. Буквально 2-5. Просто в следующий раз надо будет прожиматься с пулы. Я просто не ожидал, в прошлый раз он не сносил так. Знаете, почему вы дымажите еще слоки? Потому что я баф даю, блядь, 60%. Спасибо. Я думал, потому что я шмотки на этот, на МП5 собираю. Mm-hmm. Так, ну, я же говорю, 70к в пулу тебе полетело. Кубок зашел. А Кубок уже писал, что может палом зайти. Не нравишься ты. Ну он чаш делает, смотри, сразу в броски кидает. Вроде бы должен скидывать. Не, не скидывает. Не скидывает. Он вроде даже в ХМ не скидывал. На офис скидывает, он морщится. На плаще есть. На, нафиг, Харецик. Парень летел, блядь. Лежи, не вставай только. Компот. Один уронит. Обе. Только ресурсов на них нет. На, нафиг, еще. Бывает. Давайте резко стоим быстрее.
Бля, запы, эти запы по КД падают. А меня кто-то здесь сможет вообще резнуть. Нормально его закинул. Исполин, ты у нас это самое, да? Чайте. Да. Милики. Слишком далеко. Так вот, проще будет. Пауэрс больше надо. Бригераж. 10-4. Поехали дальше. Ну-ка, МКшечку обновите, пожалуйста. Он там дает. А что здесь, блин, выкинул? Это же не твой же так. Что? А, это я случайно, наверное, нажал. Катя, череп, сыграется все. Шелка? Ты какого? Такие фильмы не смотрят еще. Да я пытался посмотреть Mortal Kombat, честно. Ну типа, бля, я выключил ее минут через 10, потому что как-то слишком душно. Последний. А, ну, надо одну последнюю смотреть. Да, надо 95-й смотрел в детстве, типа. Пересматривать нет желания. Нет, чего, мне вот пиздилка последняя понравилась, там, где Sub-Zero с этим скорпионом ебашились. Это скорпион, ёбан. Фраза. Сейчас последний вот момент мне очень понравился. Не ебашились. А вот Матрицу жду последнюю, вот, четвёртый, интересно. Интересно, что там будет такое. А чё, уже трейлер Матрицы новый вышел? Да. Трейлер Матрицы... И обитель зла еще там новое, типа, будет по другому сюжету, типа, с первой части, типа, сделают, типа, другой сюжет. Ну, типа, по игре. Матрицу им нужно переснять, типа, с другой сюжеткой на концовку, потому что там уже есть много концовок Матрицы, типа, та, что у них такая себе. Крестники ваших. Так, я сейчас готов возьму. Так, Нелла еще падал. Хорош подлизываться. Кушайте рыбу. Да чё подлизываться, я так знаю, что дамажится нескольких. За себя и за своего пала дамажу. Так, тотемы, пожалуйста, в центр. Ставьте обязательно. Особенно на каст. Дайте рыбу, пожалуйста. На хасту, точнее. Так. Третье налево, четвертое направо. По группам распределитесь там.
Под бампу выключу. Будет. Да, 2ТК пусть потанчит, фикси и компот. Давай. Не пуряйся по каждым командам. Так. Гварь, готов? Блядь, я тупанул нахуй. А кто мне будет танчить трэш нахуй на ИК 25-ке? Там ДК и коты мишку сразу разорвут. Блядь, будем через... Бан играть туда. Ну, через... Эти, блядь, сами. Как его? Шакл. Все, готов, Уэйд? Дебан плюс включи. Ждем, блядь, компот, ждем. Два. Один. По земле, готовимся, бегать. Вагоны, блядь, вагоны, нахуй. Геру дали. Да, в Эдифюре, если Изука, протест Фейко, раз Спалина. Спалина и обоим. Да, Зюка. Поднимайте его. Да, да, его. Да, блядь. Кару, подними, Зюка. Фейк, где ты там стоишь, блядь? Как он не работает? Блядь. Я чё, не мета, ёбаная. Да, потерял ДПС, чтобы подвести для СМК. Нормально. Блять, ну сейчас бы на магии умирать, ну ребят, ну чё вы, блядь, тупите жестко. Блинкануть не можешь. Отдыхай, что я тебе скажу. Сало сейчас я кидаю, блядь, мне не нравится. Не дамажит нихуя.
Блять. Ну это, ну это ГП нахуй просто, блядь. О, ничего. Я не туплю, блядь! Я нажал портал, понимаешь, блядь? Он все равно оказался еще краешком в этом. Что я могу сделать? Просто не говори, что ты никогда не тупишь, что ты просто здесь. А где я затупил? Нет, где ошибка? Сука, блядь, сдох нахуй, завал, еще спорит, блядь. Тебя, блядь, прям ДБМ нахуй еще орёт, блядь, где завал идет. Я же говорю, я нажал блинк, он меня тэпнул в тот же самый завал. Кто знал, что такой он широкий? Вон, блядь, просто. Чего здесь, блядь? Не, Зука, ну это пиздец, блядь. Разбежались. Беспокоит, что мы не проходим туда просто. Ничего мы не проходим. Ничего, нормально, мы еще. Мы же надо. Ну, у нас все, кто дамажит, это же ДД. У нас из стоп 10, у нас 2 милика, ну, 2 физа. В чем тебе процесс говорил? Я тебе говорю, что у нас из 10 человек физой бьет 2 человека. Ну ты посмотри, как у нас миликов для начала. Я тебе говорю, что у нас сало рейд режет сильно ДПС. Не, ну это понятно. Так, блядь, убьем, что ты переживаешь. Завал, ушли завал. Да не умрем сейчас. Ну, придется сейчас все нормально. Еще одно откида невозможно будет. Нормально, 13 стаков, чувак, 14 будет. Так, компот там, давай дальше потихоньку. Он уже все отдавал. Упал, никто не упал. Забивайся, так оно сразу ставлю портал в Долоран, там идете Вик быстренько. Там начинается досумолить. Все, идем дальше. Сука, пушка не упала, ты такой говно упал. Офспек надо кому. Идем дальше. Рукавицы. Где красные дырочки? Донт, подумай. Хоста. Хоста, крит. Т4. Пауэр с банишман. Так, исполин, держи эту всю хуйню себе. Флэш 6.5.